Всем привет, с вами Данилка и Толямба. Сегодня Тоха такой унылый, не хочет ничего говорить. Ну вот мы с удочка записываем видос. Сегодня мы будем взрывать треуголкой кошачий корм. Тоха уже уронил треуголку, который раз они... Покажи этот кошачий корм. Томкэт. Сегодня мы пришли опять на это же место, потому что мы поняли то, что в лесу безопаснее. Мы никого не пугаем, никого не шугаем, мы тут там взрывали, мы сказали, просто слишком хотим громко. Там встретить, у нас педики такие, нас лес портят, мы хотим вот их вот так вот. Попу. Ну что, мы сегодня взорвем треуголок эту фигню. Сейчас только опять приготовят наше классное место, и мы начнем. Сейчас мы нашу фирменную треуголочку засунем в этот Tomcat. Только открыть или как? Открывать ее или как, потому что он ослабился, сколько дней сметаны не ел. Ой, два дня. Съешь одну, один кубик. Господи Иисусе. Тоха, хочешь попробовать их? Да. Ну-ка, Тоха, продемонстрируй, как ты нам кушаешь Tomcat. Вот, вот, видите, то, что он, вот, Tomcat. Ну и как? Так все? Это не кролик, это рыба. Это кролик? Это кролик там. Написано с кроликом. А на вкус как рыба. Как минтай, только с красной рыбой вот где-то вот так. Плюсик, плюсик. В лимонном соусе. Плюсик, плюсик. А если также хотите, чтобы мы продегустировали всякие вот такие блюда, блюд 5, то ставьте лайки. Если наберется под этим видео 25 лайков, мы закупим 5 таких томкетов с разными вкусами и попробуем, скажем, если у вас есть котик, подержи, скажем себя. Котику, который лучше выбирать. Сейчас Тохич приготовит вам... Итак, Тохич будет готовить нам ямку, куда мы положим Tomcat. Головой вниз или жопой назад. Тохич разгоняется и готовит нам ямку. Ну и как? Смотрите, какая идеальная яма у Тохи на голове. Вот такая идеальная яма в форме круга яичка. Сейчас мы затолкаем наше Tomcat и будем взрывать. Итак, ребят, как подогреть еду за несколько секунд? Просто взорвали треуголочки и готовая еда на! Вот такая готовая еда. Ну, конечно, может, тот еще попробовать. Там разлетелось некоторые кусочки, а треуголки ничего не осталось. От подедника тоже. Тохич может еще попробовать. Тохич, ты попробуешь? Нет, там рыбу не очень люблю. Он любит кролика. Я больше люблю фаршированного фазана. Соусом с майонезиком, я потом покажу. Ну что, попало, короче. Так что, девушки, знаете, Тоха любит вот эту еду, так что вы будете им готовить. Так что, так заранее. Короче, говорю сразу так. Этот, совет Ажимовой. Да, это совет Ажимовой Маши из 7 А-класса, которая учится рядом с Альбертом, рядом с людьми, которые их вместе там в 76-й школе. Ну вот, короче, у нас такой обедик получился. На этом видео подходит к концу. Ну, наше видео, конечно, вот такое вот получилось. Тоха жрет спичку, наше видео подходит к концу. Мы напрошировали эту фигню, Tomcat. Может, будем их пробовать в дальнейшем, но это все зависит от вас. Если наберется 25 лайков, то мы, конечно, закупимся. Оно стоит 12 рублей, где-то 5 пачек. И начнем кушать. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч, всем удачи, всем пока. Вот этот лайк.